Всем. Здрасте. Дел много, а времени мало. Мы, как всегда, с вами не будем успевать ничего. Поэтому коротко, ясно и по существу. Здрасте. Всем здрасте. И снова здрасте. Привет с Белгорода. И всем большие приветы. И всего-всего-всего-всего самого крутого, конечно же. Привет Украине. Привет Сочи. Как с Миленой? Где Милена? Который час? 12. Вот он, поросенок. Грустно лежит. Что-то строчит. Хоть нормальный ракурс. Вот шикарный ракурс. Свет ужасный. Как твои дела? Она такая счастлива, что сегодня мы объявили себя парой, что она не может держать этих эмоций. Я очень счастлива. Очень? Особенно, когда я как уебище тебя усилю. Ну, не кричи, что матом, ты что? Ну все, Кис, пожалуйста, сюда эти поцелуй на камеру. Чуть-чуть. На камеру? Иди сюда. Без камеры потом опять не будешь целовать? Мне опять потом ждать 3 недели? Да. Так много? 3 недели ждать опять. Все, поцелуйчики закончились. Как у нас? Да лучше, чем было на самом деле, друзья, правда. Иванову большой привет. Конечно, лучше, чем было. Многие вопросы мы порешали. Елена спокойная, как никогда. Наши отношения спокойные. Ну, конечно, не всегда. Есть все равно какие-то проблемы нерешенные. Скинула она. Мне, да? Нет. Мне 3 рубля пришло. Да? Да, мой номер. Так, а я тебе сейчас перекину. Вот. Не хочу ли Патрик? Конечно, хочу. Давно уже хочу, блин. Все здесь, на острове, что-то парикмахеры не приезжают. Да, все хорошо, все потихоньку. Милена полностью делает то, что я ее просил. Привет, Сереженька, родной, все потихонечку. Вот. Планируем ли мы в марте делать ребеночка? Да, я планирую. Милен, ты планируешь? Да, планирую. Планирую. Вот она счастлива. Тебе от Сереги большой-пребольшой привет из нашей студии. Сергей, привет. Сергей, здравствуйте. Делает ветер или вечер? Что-то непонятное. Да. Ребеночка, конечно, хочется. Расскажите, как вы справляетесь с постоянной жарой? Мы постоянно отлеживаемся здесь в комнате, потому что здесь кондей, и у нас... Фух. На улице мне очень плохо. Подличивает, да. Милена без веера. Это просто как рыба без воды. Вот. Ребеночка от дуры? Да нет, ну что вы такие глупости говорите? Просто у каждого есть свои периоды притирки, там еще что-то и так далее. Не похоже, что счастлива, да, подустала. Есть вещи, которые ей тоже не очень нравятся, но мы будем как-то все это решать. Вижу Бизоса и Ларченко. Не знаю, о чем ты говоришь. Когда домой? Домой в смысле на поляну или с проекта? Когда у вас свадьба? О, это наш отдельный вопрос. Серег, я не забуду, конечно, я помню, что так что у вас у меня гостинцы. Вот. Есть ли у нас спортивный зал? Да, есть. И мы тренируемся. У нас и гантельки, и лавочки, и резинки. Вот. Люблю Милену. Я бы сказал, что я очень влюблен. Такое чувство непонятное. Вот пытаюсь в себе разобраться. Саймон с новенькой вместе. Да. А вопрос свадьбы. Ну, мне очень хочется, чтобы я, знаете, в Милене увидел вот такой вот... такую женскую такую заботу, такую вот... Все такое, все, что присуще вот жене. Мне с ней хочется идти по жизни, и как бы оно ни сложилось там. Я в любом случае, мы решили, что если она уходит, то я все равно уйду за ней. Ну, если она сама, конечно, не решит там одна уходить, чтобы там я не уходил. Кто, я? Ну, да. Ага, сейчас, блядь. Вот, поэтому...
Поэтому я полностью готов. И мне бы хотелось связать наши жизни, чтобы мы шли дальше вперед. А по поводу свадьбы, ну, вопрос у нас открытый. Я думаю, мы должны к чему-то прийти. Кого хочу, мальчика или девочку? Хочу двух мальчиков. Уважайте друг друга. Да, вроде уважаю, постарел. Есть такое. Милене, привет, не готов ты. Но тебе, наверное, виднее. А случайно Рапа и Дима не расстались? Да, что-то там выясняют. Смотри, это муж Бородиной. О, так мило, да? Крутяк. Пушка. Милен, тебе привет от кого-то. Вот. Я бы и Ларченко вместе. Да куда они денутся, конечно. Ты какой-то странный. Ты какой есть, такие кайфовые. Спасибо. Не пугайтесь. Чего не пугаться? Не пугайтесь больше, реально надо сейчас принять. Спасибо. Да мы и к этому идем. На самом деле обсуждение нас с Миленой, я сказал бы, что практически нету, и мы не стремимся, чтобы как-то там мутить какие-то движухи, темы и так далее. Мы хотим пожить в спокойствии и... Фуф. Просто насладиться нашими отношениями. Счастья вам с Миленой. Спасибо. Бесту супер. Спасибо. Что с голосом? Да не знаю, просто это... приустал немножко. Так, сколько мне платят? Миллион. Миллион долларов в США. У вас все наиграно или когда как? Да, наиграно все. Ну, такие все вопросы, конечно. Да. Да, стараемся на все вопросы, конечно, ответить. Хочется обнять. Интересно. У меня тут есть кому обнимать. У тебя есть тату или только Милен забита? Только Милен, у меня ни одной татуировки нету. Скоро, блин, набью ему на лбу. Вот Милена. Покажите Милену, вот показывай Милену, ну, вот она красоточка. Ну повернись рабочей стороной. Ну такие рабочие ужасно, блин. Смотри, вот так надо снимать. Да? Да, вообще у меня все лицо какое-то. Подуставшее? Да. Потрепанное жизнью? Да. Мое тоже. У меня образовался какой-то когнитивит, поэтому мой глаз, он нереально красный. Вот. Я надеюсь, вы понимаете, что это на самом деле тайная отмаза. Меня на самом деле Милена бьет. Вот. И я хочу, чтобы вы чем смогли, тем мне помогли. Я не могу в этой заперти сидеть. Вчера она меня душила. Вот скажи, было такое? Нет, такого не было. Ты меня не душила, хочешь сказать? Нет. Она не признается. Это просто выебала. Она просто была сверху, да. Она это имела. Это. Передаю привет и всем. Мы красавчики. Да, спасибо. Ну, друзья, я не буду, так сказать, задерживать эфир. Хочу только сказать, что у нас... Киса, совсем скоро. Сотка, сотка, фиш, фиш, фиш. Друзья, я хочу сказать, что с Миленой у нас все гораздо лучше, чем было. И я надеюсь, что у нас дальше будет так же, качественнее, лучше. И все-таки мы хотим быть счастливыми. Да. Радоваться жизни. Ту историю сейчас кое-что сделаю. Вот, друзья. Так что вы берегите друг друга. Надеюсь, что... Мы все-таки будем каким-то для вас примером тех людей, которые пережили большие ссоры, большие скандалы, истерики, непонимания и нашли какой-то компромисс. Поэтому мы, друзья, работаем. Будем надеяться, что вы будете радоваться за нас. А вам всем доброй ночи.